Мы сегодня рассмотрим, что нам с Китая привезли. Короче, упаковка не очень, вообще ненормальная, весь гнутая. Вот. Что, посмотрим, что внутри. Да уж, походу в воду попадал. Да, походу этот. О, коробка в хлам. А это, оказывается, мышка, компьютерная игровая мышка. Вот, ну, в принципе, пупурочки вот такие. Вот мышка. Да, это огромная. Что, попробуем, работает? Нет. Вот так выглядит игровая мышь. Их седьмая. Ну, не знаю, как там седьмая. Китайская. Вот смотри, что. Сейчас попробуем, работать или не работает. Вот такой кабель интересный, фокуса нету. Вот. Интересный. Матерчатый, как шнурка. Без диска, без ничего. Но, в принципе, мигает. Уже радует. Светится. X7, китайский образец. Да, работает. Ну, так-то красивый. Много кнопок всяких. Может, цвета меняется. Не знаю. Скорость меняется. Чувствительность. Так, посмотрим, где. В принципе, все работает, все прикольно. Да. Еще одну кнопку. Вот так. Короче, сам мышка такой красивый, хороший. Но упаковано очень плохо было. Вот. Очень плохо упаковано было. Гнутое все. Че? Если кому надо, ссылку в описании скину. Вот. Ладно, все. Кому понравился, лайк. Кому не понравился, комментарий пишем. И подписывайтесь. Подписывайтесь. Я вас жду. Пока-пока.